Тема нашей сегодняшней программы – специи, пряности, приправы. Вкусно, но всегда ли полезно? Поговорим об этом сегодня. И кто же будет отвечать на мои и ваши вопросы? Скачко Борис Глібович – лікар-терапевт, фітотерапевт у сьомому поколінні, дієтолог, автор понад 40 наукових статей, 50 опублікованих книг та брошур, написав більше 1000 статей в газетах, журналах, інтернеті, провів понад 150 відеолекцій. Здравствуйте, Борис Глебович. Добрый день. И хотел бы напомнить телефон нашей студии 490-11-34. Звоните, не стесняйтесь, мы ждем ваши телефонные звонки. Борис Глебович, знаете, хотелось бы начать передачу, чтобы вы объяснили, в чем разница, а может быть ее и нету, специи, приправы и пряности. Многие люди, к сожалению, вот я, например, до сегодняшней передачи и не знал, в чем разница. Расскажите, есть ли разница между этими понятиями? Конечно. Их всех объединяет одно. Они улучшают свойства пищи, улучшают цвет, вкус, аромат и помогают ее переваривать. Но что такое специи? Специи – это известный нам уксус. Может быть, столовый, может быть, яблочный, но это специя. Специя – это сахар. Да, все его клеймят, враг народа, но тем не менее он улучшает свойства продукта и делает его другим, делает его вкуснее. Специя – это соль. Да, обычная соль. Можно использовать поваренную соль. Некоторые пытаются использовать морскую. Я бы советовал не шалить так со здоровьем, все-таки поваренная она проще. А вот проще. Поговорим, более да. Подробно мы поговорим обязательно. Да, пряности – это пряные растения. Пряность – это лук. Пряность – это чеснок, это укроп, это петрушка, это хрен, это горчица. Ну, это те, которые мы чаще использовали раньше. Ну, пряность – это лавровый лист тоже. Вот, появились другие пряности сегодня. Не совсем наши, но мы их ассимилировали, в принципе, они тоже есть. Имбирь тоже, куркума, там, асафетида. То есть, разные варианты есть. А фактически… Приправы. Приправы, да, вылетело. Это уже разные комбинации вот этих всех ингредиентов по вкусу, по цели. Потому что есть приправы, можем зайти в магазин, приправа там для курицы, для мяса, для рыбы, для чего-то еще. То есть, конечно, сидит... Это набор специй или это специи вместе с пряностями? Вот чтобы было понятно. Это все вместе. И специи, и пряности вместе. Чаще всего это в сухом виде, хотя есть и в жидком виде. Но тут я бы в эту тему вмешался бы конкретно. Почему? Потому что там сидят маркетологи. Люди пробуют разные комбинации для того, чтобы в союзе с продуктом было вкусно, было красиво. А нужно действительно, чтобы еще и было полезно. Потому что те же пряности – это лекарственные растения, по-другому, обладающие каким-то активным вкусом, без сильных побочных явлений, без сильных, сильно действующих активных веществ. Борис Глебович, я предлагаю начать нашу сегодняшнюю передачу с специй, которые вы уже сейчас сказали, что, наверное, самая распространенная специя. И, казалось бы, мы много о ней знаем – это соль. Да. Но на сегодняшний день такое количество разнообразной соли появилось, что порой, честно говоря, ты перед выбором стоишь огромным. И вот как правильно выбрать соль? Вот вы сейчас сказали о том, что вы не рекомендуете морскую соль, а другие специалисты говорят о том, что только морская соль, она богата минералами. Конечно. Почему? Вот объясните, как выбрать соль? Казалось бы, обычная специя. Смотрите, обычная поваренная соль, она добывается закрытым способом. То есть, другими словами, она закладывалась в природе совершенно в других экологических условиях. Когда было относительно чисто. Или мы подозреваем, что тогда было значительно чище, чем сегодня. И эта соль, да, натрий, хлор, это неизменный компонент, он входит в состав сыворотки крови, участвует в обменных процессах. Многие процессы можно с его помощью регулировать. И, это здорово. Но, действительно, морская соль, другие виды соли, и даже та же поваренная соль, добывающаяся открытым способом, это уже две большие разницы. Почему? Потому что что такое открытый способ? Это осадки, это ветер, это внедрение в поваренную соль, снабжение ее другими химическими веществами. Если бы у нас была экология другая, я бы сказал, ребята, и морская соль, и такая соль, все здорово. Здесь невозможно отделить полезные вещества от вредных, они все находятся вместе.
И, к сожалению, морская соль, она в еще большей степени несет сложности по здоровью. Да, можно ее там где-то комбинировать с какими-то растениями, пытаться нейтрализовать то, что в ней находится. Но, тем не менее, увы, тут есть определенная степень опасности, потому что там может быть все, что угодно. Вы знаете, это я поделюсь своими ощущениями. При использовании морской соли мне почему-то кажется, что она менее соленая, и ее приходится больше добавлять в блюдо. Так ли это? И такая характеристика, как соленость соли, она влияет на здоровье и на негативное, потому что мы с вами знаем о том, что все-таки чрезмерное употребление соли, оно сказывается негативно. И вот это ощущение... не солености соли, если так можно выразиться, и мы все больше и больше добавляем соли, оно не сказывается ли негативно для организма? Здесь на самом деле разница не высока. То есть, если натрий-хлор, обычная поваренная соль, это 100% натрий-хлор, то у морской соли это где-то 95-97%. И вот эти 3-5% других, это другие соли. Это чаще всего хлористый калий, там хлористый кальций, может быть. То есть там, а вот эти соли, они дают небольшую горчинку. Они дают пикантную горчинку, это здорово. Но если бы на этом только ограничивалось, я бы сказал, ребята, без проблем. К сожалению, там могут быть и другие довески, которые, так или иначе могут влиять при хроническом использовании на здоровье человека. И от них нужно уметь избавляться, нужно просто правильно комбинировать. Если присаливать, то присаливать только растительные продукты и запускать после этого их в термообработку. Чтобы вот эти вот, просто там может быть и цезий, и стронций может быть, и свинец. То есть это все находится в воздухе. Да, мы этим дышим. Но одно дело, когда мы можем, скажем, регламентировать свое движение в спортзале, тут чистый воздух, а на улице лучше не бегать, потому что там бегают рядышком с тобой автомобили, из выхлопной трубы вылетает все что угодно, то здесь тоже можно, конечно, поиграться. Вот. Но все-таки лучше, мне проще, все-таки обычная поваренная соль меньше сложностей. Потому что когда человек начинает рассказывать сложности, он говорит, да господи, зачем я буду этим заниматься? Вот. Чтобы закончить тему соль, появилась такая приправа, как сванская соль. Прокомментируйте, пожалуйста, насколько она безопасна, потому что, откровенно скажу, это вкусно. Но вот безопасно и полезно, у меня большой вопрос. Вы как специалист, что скажете по этому поводу? Вкусно – это способ переесть. И вот здесь возникают сложности для гипертоников, для людей, у кого есть острые воспалительные процессы, потому что перебор солью вызывает, во-первых, задержку жидкости в кровеносном русле, нагрузка на сердце, на мотор. Ему тяжелее работать почкам, очищать кровь, потому что против осмоса сильно не пойдешь, опять-таки нарушается выделительная способность почек. Любые воспалительные процессы, в воспалительном процессе один из компонентов – это отек. Поваренная соль влияет на увеличение отечности. То есть она где-то провоцирует воспалительные процессы. Поэтому тут увлекаться не нужно. Тут все-таки чувство меры все-таки лучше ограничивать. Лучше все-таки разнообразить это питание. Лучше обычная поваренная соль. Да. Мы к ней больше привыкли. Чуть было не забыл. Буквально стала брендом это йодированная соль. Вот ваше отношение к этому. Действительно, нужно ли, выбирая соль, смотреть на то, что обогащена ли она йодом? И какую соль, еще такой вопрос, какую бы вы рекомендовали соль? Потому что зачастую сейчас есть крупная соль, мелкая соль, есть экстра. Есть соль, которую можно непосредственно измельчать перед употреблением. Лучше все-таки брать обычную поваренную соль, не экстра. Экстра все-таки чистый натрий-хлор. Там есть примеси небольшие других микроэлементов, других солей, и это, в принципе, неплохо. С точки зрения йодировать, нужно йодировать правильно. Если йодированную соль использовать, ее нужно использовать перед употреблением, в конечном блюде. Потому что стоит хозяйка на кухне, у нее варится борщ, она взяла, засыпала туда соль обычно вначале, йод великолепно летучими свойствами обладает, у нее включена вытяжка, и даже хозяйка не получит эту соль, этот йод с вдыхаемым воздухом. Другими словами, прямо в своей тарелке нужно это делать. Конечно. И больше того, блюдо не должно быть, если оно будет горячим, начнут сидеть над тарелкой и вдыхать эти пары. Потому что йод, он всасывается и через и из продуктов питания, и великолепно через легкие идет. Поэтому тут да. Но, опять-таки, важно не переборщить. Что такое йод? Йод активирует щитовидную железу. Если обмен веществ идет вяленько, йод нужен.
То есть, если флегматик, если меланхолик, если вот такие ситуации, да, йод можно. Если сангвиник человек, ну тут вопрос, нужно ли разгонять обмен веществ дальше. Холерикам йод противопоказан. Потому что ну, слишком активная работа системы может привести к тому, что организм просто не выдержит этот темп. И тут нужно просматривать просто по состоянию человека, что нужно. Если есть острый воспалительный процесс, йод нельзя, потому что он активирует обмен веществ, и воспалительный процесс продлится. То есть ущерб будет больше. Если воспалительный процесс закончился, о, йодируйте, ускоряйте процесс восстановления, реабилитации, укрепляйте свой иммунитет без проблем. То есть это да. Если зима, зимой в принципе обмен веществ нужно немножко, чтобы он был более активный. Немножечко подстегнуть да, его. Да. Поэтому мы посоветуем йодированную соль. Конечно, чтобы не попасть в депрессию. Потому что один из вариантов снижения обмена веществ – это вот депрессия. Борис Левович, на втором месте по распространенности использования специй – перец. И тоже сейчас, если раньше нет, был... Перец – это пряность. Это пряность? Да, да. Ага. То ли молотый, то ли целый – это пряность. Это пряность. Да, я ошибаюсь, когда говорю. Все-таки хотелось бы поговорить о перце, потому что вот он, ну я буквально думаю, что он у каждого есть на кухне. Пряность. И опять-таки появилось огромное количество всевозможных перцев. Вот какой перец вы бы рекомендовали использовать для того, чтобы поддержать здоровье, а какой перец может быть и отставить? Ну, тут, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Тут нужно выбирать первое по вкусу. Потому что перец, он дает определенный свой вкус, и аромат дает. И вот здесь вот включается Павлов, все мы так или иначе зависимы от рефлексов. Если нравится аромат пищи, если он вкусен, то пищеварение с наибольшей вероятностью состоится нормально. Если перец вызывает или какой-то ингредиент вызывает легкое отвращение, лучше это не есть, потому что пища с наибольшей вероятностью полноценно не переварится и будет только проблема. Вот. Лучше использовать, не размалывать перец и любые пряности. Если их измельчать перед употреблением. Потому что все-таки природа сложила так, чтобы перец и другое растение давал небольшое количество ароматических веществ и предупреждал. Не ешь меня, будет плохо. Разжуешь, ведь не поедают мышевидные грызуны перец. Они, ну как бы, понимают, что острый гастрит и будет плохо. Вот. Или придется потом съесть мешок. Это некий все-таки защитный механизм природы. Конечно, перец. Конечно. Больше того, защита еще и от возбудителей, от бактерий, от грибов. То есть для того, чтобы... Это их антибиотик. Это защита своих потомков, чтобы они в конце концов попали в благоприятные условия, проросли и размножились опять. И эти вещества, они помогают. Мы просто их используем по-другому. Вы говорите о том, что это защита. Природа придумала, не ешь меня. Крысы не едят. Не едят. Так они... А с другой стороны, мы говорим с вами о том, что это природный антибиотик. Соответственно, если мы говорим о том, что, например, язвенная болезнь, это доказано, вызывается хеликобактер пилори, то, соответственно, используя острую пищу, богатую перцем... Можно осложнить ему жизнь. То мы... Можно серьезно осложнить ему жизнь. Осложнить. Конечно. Но при этом можно осложнить жизнь и слизистой желудка. Конечно. Так да. Вот, я еще раз... Ведь перец есть белый, красный, черный. Ну, то есть их сейчас появилось. Вот они все одинаковые? По вот тому, то, что вы сейчас сказали. Что это действительно антибиотик естественный, который борется с микроорганизмами? Да, это у растений, это защитная реакция, чтобы сохранить свое потомство. Для любого перца это да. Касательно. Если мы возьмем пшеницу, у нее нет такого, и мышь ее ест легко. Просто если бы хозяин хранил рядышком с мешком перца еще 5 мешков пшеницы, то я думаю, крысы бы съели и то, и другое. Вначале поели бы перец, а потом пошли бы на пшеницу. Обычно хранят все-таки порознь все эти вещи. Вот. Но в любом случае для растений это способ выживания. А то, что перец является достаточно серьезным желчегонным... Да, и сокогонным. Он усиливает и секрецию, начинает... Да, вы знаете, мы сейчас с вами говорим о да, перце, да, да. И полный рот слюны. Конечно. Так вот, я хочу что спросить, понимаете? Вот есть две точки зрения. Одна точка зрения, когда мы говорим о том, что перец лучше не перчить, потому что он провоцирует и желчекаменную болезнь, если есть были какие-то, да. И язвенную болезнь, гастриты. С другой стороны, вот точка зрения, что... Например, кавказские народы используют, и восточные народы используют перец для того, чтобы как раз не переесть. Потому что перченой еды ты много не съешь. Да. Ваша точка зрения?
Ну, смотрите. Как найти золотую середину? И можно ли это сделать? Если взять острые заболевания со стороны там, желудка, гастрит, язвенная болезнь, то в период обострения действительно пряности не очень пойдут. Тут пища должна быть диетическая. Больше того, она не просто должна быть диетическая. Она должна быть недосолена. Она должна быть механически измельчена. Она должна быть выварена. То есть это тот вкус, который, ну, мягко выражаясь, никому не нужен. Но желудок на такую ситуацию он среагирует хорошо. По мере выхода из острого состояния увеличивают температуру пищи, потому что температурный фактор усиливает секрецию соков. Просто усиливается приток крови и усиливается секреция соков. Дальше увеличивают механическое воздействие, и уже пища не перетертая блендером, а уже можно ее пожевывать, то есть для того, чтобы усилить раздражение желудка. Потому что в конце концов, для того, чтобы переварить пищу, нужна хорошая секреция, нужно выделение достаточного количества соков. Если их не будет, пища бродит, гниет, дисбактериоз кишечника, несварение, все что угодно, только не нормальное переваривание. Следующий компонент к температуре, к механическому воздействию – вкус. Вот тут начинают уже активно присаливать, добавлять, потому что соль тоже усиливает выделение соляной кислоты, она помогает этому. И есть такие методы, когда, правда, перебарщивают солью, слишком много соли, это тоже не есть хорошо. Пищеварение, вот садится сердце. После этого можно добавлять постепенно и пряности, разные, но тут момент какой. Пряности, усиливая всю эту систему, усиливая секрецию желудочного сока, но первично они усилили приток крови. Питание слизистой желудка, ее восстановление зависит от крови. Если желудок плохо снабжается кровью, в нем образуются язвы желудка. И язва желудка, при ней показано использование пряностей. Потому что она никогда не заживет. Перец в том числе. Да, и перец, и другие пряности. Потому что язва в желудке никогда не заживет, пока там не усилится кровообращение. Это нонсенс. То есть для того, чтобы усилить заживление, нужно дать больше крови, дать пластического материала. Потому что со стороны пищи, тут чем бы мы ни питались, язву желудка мы не зарубцуем. Нам нужно дать питание из организма. И вот здесь да. Но если в этой ситуации, если кровь у человека чистая, вот тут вариант какой. Пришла кровь, работа, питание, все нормально. Если в крови есть обменные шлаки, токсины, но организм не чистился давно, человек не знал, как это делать, то вот тут любая пряность и прихватил гастрит. Любая пряность, и у него появляются там эрозии либо язвы. То есть, почему? Потому что организм, выделяя вот эти шлаки, это естественный путь. Это один из путей очищения крови. Но, если там слишком много токсинов, будут проблемы. Можно посмотреть, если человек питается в системе, там, допустим, в 8 утра, он завтракает регулярно, можно зайти к гастроскописту, чтобы он посмотрел в желудок. Желудок, готовый к еде, это слизистая, очень похожая на острый гастрит. Она отечна, она воспалена, она готова выбросить сок. Только дайте ей эту возможность, бросьте туда эту еду. То есть человек фактически через состояние острый гастрит проходит при каждом приеме пищи. Но если правильно он питается нормальной пищей, если питается разнообразной, вкусной. Уже один старенький доктор, я как-то говорил об этом, сказал, что диета это способ сохранить болезнь до старости. Диетическая пища нужна в период обострения. Есть обострение, питаемся так. Нет обострения, расширяем рацион. Потому что в расширении рациона и в переваривании пищи залог здоровья. Спасибо большое за ответ. Мы будем отвечать на ваши телефонные звонки после нашего первого сюжета. Три роки тому 21-річна Поліна помітила поступове погіршення стану свого здоров'я. У дівчини виникло порушення обміну речовин. Тоді вона спробувала дізнатися, від чого ж саме в такому ранньому віці страждає її організм. Я звернула увагу на те, що спеції, всякі продукти, які я використовую на кухні, вони починають впливати на моє состояние. Студентка вирішила пересвідчитися в тому, що саме посилювачі смаку спровокували погіршення її стану. Завдяки візиту до фітотерапевта з'ясувалося, що більша частина спецій і прянощів, за допомогою яких Поліна втілювала свої кулінарні фантазії, її категорично протипоказана. Я поняла, що дійсно воно впливає, це мені не кажеться, це я собі не придумала. От, і поняла, що мені дійсно стоїть на це звернути увагу і більш подробно це ізучити. Після того, як Поліна остаточно переконалася у тому, що спеції таки впливають на роботу організму, дівчина почала дбати і про родичів. Ну, от, наприклад, карі. Тобто, якщо у людини нежно-желудочно-кишечний тракт, одразу карі вибрасуємо, тому що
ну, оно очень нездорово влияет на его работу. То есть у меня, например, вот у дедушки с этим проблемы, я не использую ее в своих, в своей еде. Опять-таки, вообще надо смотреть в зависимости от ситуации, то, что у каждой специи есть побочні ефекти якісь. Лікарі наголошують, потрібно вкрай уважно ставитися до постійного вживання будь-яких спецій. Спершу слід дізнатися про їх властивості. Кожна спеція здатна як лікувати, так і шкодити. Для всіх спецій можна виділити такий головний ефект. Головний ефект. Як правило, всі спеції оказують стимулирующее действие на желудочно-кишечный тракт. Специи усиливают аппетит, и человек съедает, как правило, гораздо больше пищи, чем ему нужно по его физиологическим потребностям. Про лікувальні властивості прянощів можна дізнатися завдяки їх складу. Например, куркума. Эта специя содержит эфирные масла и желтый краситель. Куркума обладает иммуномодулирующим действием, то есть регулирует функцию иммунной системы. Она является природным антибиотиком. Она стимулирует фагоцитоз бета-амилоида, белка, который накапливается в нервной ткани и являється причиною болезні Альцгеймера. Медики зауважують, спеції не можуть виступати самостійними ліками проти захворювань і в будь-якому випадку необхідно консультуватися зі спеціалістами. Шафран, по-другому крокус, крацетинова кислота, яка содержиться в цій спеції, целенаправленно уничтожує стволові клітки ракової опухолі поджелудочної желези. Ну, разумеется, эта специя не может выступать как самостоятельное лекарство. Опухолевых больных должны лечить только онкологи. Самолечение очень опасно. Людям, які переймаються станом свого здоров'я і не можуть виявити причин його погіршення, Поліна радить переглянути усі свої рецепти. Зайнялася цим 3 роки назад. Вот. Собственно, с тех пор гораздо лучше себя стала чувствовать. Похудела на 15 килограмм, вот, и продолжаю в том же направлении. Дана Савенко, Владислав Конончук для вашего медичного ток-шоу «Алло, лікарю». Вы смотрите программу «Алло, доктор». Спасибо, что вы с нами. Тема сегодняшней программы – специи, приправы, пряности. И если у вас есть вопросы к нашему эксперту, звоните, не стесняйтесь. Мы ждем ваши телефонные звонки. Я обратила внимание на то, что специи, всякие продукты, которые я использую на кухне, они начинают влиять на мое состояние. Неможливо уявити кухню сучасної господині без набору ароматних спецій та прянощів. Чи дійсно вони здатні впливати на організм людини? Як можна нашкодити надмірним вживанням спецій? У якому випадку прянощі лікують? І чи можуть спеції стати причиною загострення хронічних захворювань? Телефон нашей студии 490-1134. Звоните, не стесняйтесь. Мы ждем ваши телефонные звонки. Борис Глебович, я хочу, чтобы, знаете, закончить уже тему с теми продуктами, которые 100% есть у каждой хозяйки на кухне. Это уксус. Вот насколько, опять-таки, появилось огромное количество. Если раньше был обычный, ну вот столовый уксус, который и вы, и я знали, то сейчас есть винный, есть модена, есть яблочный, ну всевозможные. Вот как подобрать уксус, который будет не только вкусный, но и полезный? Ну, смотрите, в данном случае просто раньше у нас был уксус, его делали синтетическим способом, сейчас просто обычное брожение перебродил полностью углевод и получилась уксусная кислота. Что она нам дает? Она дает, во-первых, кислый вкус и, с одной стороны, это уничтожение бактерий в продуктах питания. С помощью уксуса мы можем заниматься консервацией. Это один из ингредиентов, который не дает развиваться там бактериям.
бактериям. Если мы используем уксус в чистом виде, то чаще всего добавляют в салаты. Что дает нам кислый вкус? Раздражение рецепторов и усиление секреции желудочного сока, то есть уменьшение переваривания пищи. Особенно для людей в возрасте, у которых уже желудочный сок работает не так эффективно, где соляной кислоты не хватает. Что еще дает уксус? Все-таки он содержит определенную энергию. И попадая в кровеносное русло, печень эту энергию легко извлекает, и человек получает тонус. Поэтому есть рецепты уксус там с водой поутру. Это хорошо разбудит организм, активирует обмен веществ, плюс с водой вместе еще и устранили водное голодание за ночь. Вот. Поэтому тут уксус также работает. Что он нам дает? Разные ингредиенты. То есть, конечно, можно поиграться с разными компонентами, но примеси к уксусу, они очень ничтожны. Они небольшие и так глобально на весь какой организм. Какой бы вы рекомендовали использовать уксус? Вы знаете, в принципе, они... Значение имеет, потому что, к сожалению, цена-то разная. Разная. Огромная. Самый простой яблочный. Он, в принципе, в достаточном простой количестве... Простой яблочный уксус, да, да, будет... По полезности такой же, как любой он, дорогой какой-то... Он по натуральности такой же, по полезности плюс рядом, но при правильном использовании с продуктами питания мы от него получим практически столько же, сколько и от более дорогих вариантов. Спасибо большое за ответ. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Да, здравствуйте. Меня зовут Анастасия, мне 32 года, я звоню из Киева. Во-первых, хочу поблагодарить вашего эксперта Бориса Скачкова за ценные советы для ведения здорового образа жизни. У меня такой вопрос. Вот подскажите, какие специи, пряности вы можете посоветовать при ускоренном обмене веществ и для набора веса? Спасибо большое за вопрос. Но, откровенно скажу, редкий вопрос. Да. Обычно наоборот, хотят похудеть и хотят какие-то специи использовать, чтобы снизить массу тела. Как замедлить обменные процессы, какие специи, приправы, пряности используют? Ну, для замедления практически таких не существует. Почему? Потому что все они как раз на тему разогреть обмен веществ. Но здесь нужно их правильно использовать. Вот то, что вы сказали ранее, что не переешь пищу, если мы пряности будем прямо в пище, то есть она острая, ее много не съешь. Действительно, такой способ для снижения веса не подойдет. Вернее, для снижения как раз веса подойдет. А для набора нужно их разделить. То есть должен быть продукт питания, который несет энергию, и пряности для того, чтобы увеличить употребление этого продукта питания. И в данном случае продукт съели пряность, они разогревают обмен веществ, бросили продукт питания, и он переваривается. Он лучше усваивается, потому что так или иначе разница между человеком худощавым и полным в одном. У них по-разному соотносится их уровень активности и их аппетит. Тот, у кого аппетит слишком большой, а уровень активности небольшой, он набирает вес. Если обратные ситуации, будет снижать. Потому что поменять точку настройки в нервной системе, сделать из холерика меланхолика, ну, конечно, можно, но а очень тяжело потрудиться. А вы знаете, ну, такое бытует мнение, для того, чтобы съесть больше, пища должна быть, ну, безвкусная. Вкусная, да? Вкусную пищу надо есть. Безвкусная будет бродить, гнить. Она не переварится. Пища должна быть в любом случае вкусная. Обязательно. Она тогда переварится. Если хочет набрать человек вес, взял, где быстрее переваривается пища? Каши быстрее перевариваются, макаронные изделия быстро, хлеб тот же быстро переваривается. Рядом, если углеводистая пища, там белков... Но вот ни в одно из перечисленных сейчас блюд или вот элементов не добавляется специи? А их нужно рядом использовать, чтобы съесть-то больше. Ну, хотя гречневая каша, например, она вкусна сама по себе. Ее можно дополнительно не усиливать. Хотя гречневая кашка с маслом, она даст хорошую... Но масло это не специя. Не специя, но вкус подчеркнет. Вот. И вот здесь вот важно что? Человек перекусил обязательно. Вот для набора веса нужно после этого залечь в нирвану и ждать, пока все же это переварится, и потом опять повторить еду. Если хочет хорошая человек набрать... Хорошая жизнь получается. Да, давайте интересно. Послушаем еще телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Ваш вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Я Луганщина. Очень приятно, слушаем вас. Ваш вопрос. У меня повышенная кислотность. Какие принимать ваши эти... Специи, пряности, можно ли вообще принимать? Спасибо большое за вопрос.
Борис Глебович, вот мы говорим с вами все время, что вот специи, пряности, приправы, они разгоняют обмен веществ, да, и стимулируют выработку, да, кислоты. Желудочного сока, да. Что, какую специю или какую пряность можно безопасно использовать? И может быть есть специи, которые снижают кислотность? Есть специи, которые это делают, но они не хороши в отдаленной перспективе. Почему? Если у человека высокая секреция... О каких специях в приправах идет? Там должны быть дубильные вещества. Допустим, тот же аир болотный. Там есть дубильные вещества. Да, можно с их помощью подавить секрецию желудочного сока. Но нужно ли? Потому что когда мы ее подаем, добьемся нормализации, а с возрастом она будет продолжать снижаться, человек раньше попадет в атрофический гастрит и в другие проблемы. Поэтому если есть повышенная секреция желудочного сока, нужно понимать, что организм не просто так, ему достаточно затратный процесс выработать желудочный сок. Раз это есть, значит в организме, видимо, чего-то не хватает. И нужно просто правильно этим воспользоваться. Нужно положить пищу. Дольше переваривается пища белковая. Там кусок мяса, кусок рыбы, какие-то яйца, кисломолочные продукты. А лучше в данном случае молочные. Вот, то есть, или творожок, то есть не в чистом виде кисломолочка, потому что кислоты будут усиливать секрецию. Вот. Нужно просто правильно этим воспользоваться. И нейтрализовав кислоту, мы получаем два плюса. С одной стороны, желудок пришел в более-менее хорошее состояние, с другой стороны, человек получил еще дополнительные порции пищи для обмена веществ. Борис Георгиевич, вот вы знаете, мы с вами перед эфиром говорили о том, что хрен. Я, честно скажу, всегда думал, что хрен – это приправа. Вы сказали мне, что это пряность. Вот хотелось бы услышать, потому что мы-то все привыкли видеть хрен красный. А когда мы говорим, как приправа, красный в баночке, да, с холодным, уверяю, очень вкусно. Да, да. Когда мы говорим это о хрене как о пряности, мы говорим как о монокомпоненте. Насколько он полезен, как его правильно использовать, чтобы он был полезен? Ну, добавлять в пищу, да, но, смотрите, сам по себе хрен белый. Красный хрен, это уже два вместе, это уже с буряком. То есть тут уже приправа попала. Плюс мы еще туда положим какую-то соль, чтобы изменить. Можем добавить немножко уксуса, чтобы стабилизировать ситуацию. Но в данном случае где? То есть мы можем использовать, чаще всего это тяжелые блюда, нуждаются в усилении секреции. Это белки, это блюда с жирами. Холодец, да. Куча белка, куча жира. Да, для пищеварительной системы это частое испытание, но пошло под хрен и пошло нормально. Вот. Тогда эта ситуация срабатывает. То есть здесь мы просто используем, скажем так, с одной стороны, для улучшения пищи. Это как некий такой спасительный круг. Да. Если человеку нужно одновременно, сезон все-таки достаточно прохладный, полечить начинающиеся заболевания в носоглотке, там какой-то насморк, пока человек будет измельчать этот хрен, подышать не сильно. Сильный аромат ни в коем случае. Тут можно даже, особенно детям нельзя, и детей нужно выгонять с кухни, когда готовится хрен в домашних условиях. Потому что у детей до 6 лет очень сильная чувствительность носоглотки, и там ребенок может вдохнуть острый аромат, и, пардон, может даже сердце остановиться рефлекторно. Поэтому так нет, но взрослый тоже. Знаете, мозги прочищают хорошо, кровообращение улучшается. Вот. Но самое главное, те антибиотики, которые есть в испарениях хрена, они решают проблему с бактериями в носоглотке, и, в принципе, здесь можно получить хороший плюс. В небольших дозах, уже используя в пищу, эфирные масла, ведь мы говорили пока только про желудок, про полость рта, но компоненты вот этих всех пряностей, они все идут по кишечнику. Все-таки растения, они полноценно в кишечнике не всасываются. Та клетчатка, которая есть, и как носитель пряностей, она идет по всему кишечнику. Что мы получаем на входе? Усилили желудок, но мы усилили работу поджелудочной железы, усилили сокращение желчного пузыря. И тут важно о том, что вы сказали вначале, чтобы не было желчекаменной болезни. Потому что тут можно переборщить, тут можно перегнуть палку, чрезмерное сокращение желчного, и камни полетели. То же самое поджелудочное. Если она плюс-минус спокойна, пряности можно использовать. Если панкреатит не просто хронически, а со склонностью к обострению, все пряности уходят, потому что знакомиться с хирургом по поводу острого панкреатита никому не советую. Вот. Дальше пряности пошли по кишечнику, потому что специи сюда не доходят. Специи всасываются сразу. Соль, сахар, уксус, это все всосало в 12-перстной кишке.
А вот пряности идут по всему кишечнику. Усиливается секреция соков и осложняется жизнь патогенным бактериям. И тот диагноз под названием дисбактериоз, который за пределами страны редко выставляется, ну, он начинает куда-то деваться. Потому что плохим бактериям им очень плохо. Сапрофитные, они привыкли, мы их уже потренировали, они уже просеялись через это сито, и они в этих условиях выживают. Патогенным плохо. Поэтому разные виды дисбактериоза кишечника, в принципе, с помощью пряностей можно хорошенько пролечить. Главное, на выходе, в самом конце, тут центр еще один стоит. Вначале стоит гастрит, а на выходе стоит геморрой. Вот те люди, у которых есть геморрой, они могут пряности почувствовать. И хрен в том числе. Да. Поэтому тут вопрос, опять-таки, сколько пропустил желудок и сколько выпустила прямая кишка. Тут нужно просчитывать. Найти эту золотую середину. Давайте послушаем еще телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, Николаев. Скажите, пожалуйста, вот хочу раз и навсегда разобраться в таком вопросе. Вот, например, вы только что говорили об уксусе. Уксус часто бывает синтетический, так сказать, понимаете? А нам по телевидению во многих программах постоянно подчеркивает, что синтетические там продукты, медикаменты и так далее, они, в какой-то мере вредны для организма. Вот, например, надо употреблять, синтетические витамины даже, говорят, вредны. Вот надо употреблять продукты, в которых они находятся в натуральном виде, так сказать. Хотя многие продукты, их там надо килограммами кушать, чтобы набрать какой-то витамин в достаточной дозе суточной. Так вот, я вот никак не могу понять, и хочу то раз и навсегда разобраться в этом. Если, синтетические витамины делаются на фармацевтических фабриках, вот, с определенных ингредиентов, но когда собирается вот эта формула, выражающаяся... Мы поняли ваш вопрос, спасибо. Спасибо большое за вопрос. Возвращаемся к уксусу. Вот тот столовый уксус, который мы использовали десятилетиями, он синтетический, вы сказали, Борис Григорьевич. Он такой же полезный или не полезный, или нейтральный, как яблочный, который вы порекомендовали? Нет, ну, конечно, он не такой полезный, потому что все-таки вход и выход разные. Вот. Все-таки из натуральных ингредиентов у нас достаточно много растительных источников, которые можно так или иначе провести через брожение, провести через алкоголь, в конце концов. В данной ситуации мы не будем сейчас, анализировать синтетическое, натуральное, плохо или хорошо, а если конкретно говорить об уксусе, то все-таки вы рекомендуете яблочный натуральный уксус, который будет более естественен и более полезен. Он не сильно отличается по цене, но по происхождению значительно лучше. Спасибо большое за ответ. У нас есть еще телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Меня зовут Валентина Ивановна. У меня таких два абсолютно разных вопроса. Оно не касается моей семьи, поэтому я попрошу вас ответить. Первый вопрос. Мой зять всегда в блюдо добавляет перец в любое, там, рыбное. Я ложу специи, ложу перец, но ему всегда недоперчено. Я хочу спросить, опасно ли это, нужно ли обращать на это внимание или нет? Он ест очень много перца. Сразу говорю, национальность у него украинец. Он не тех национальностей, которые любят очень сильно, И второй вопрос. У меня есть два внука, им по 2 годика. И вот дети и специи, начинать, не начинать. У меня лично такое мнение, что когда-нибудь, рано или поздно, они во взрослой жизни столкнутся со специями, и не будет ли это ударом по организму? Надо начать, когда и сколько, и с чего нужно начинать? Вот, спасибо, огромное спасибо за очень хорошие вопросы. Давайте начнем с вопроса о зяте. Вот это индивидуальная особенность или это нехватка чего-то? И опасно ли это чрезмерное, с точки зрения нашей телезрительницы, использование перца? Да, конечно. Тут, может быть, в чем вопрос? То есть, когда человек идет по пути, вот хочется больше, все-таки все эти пряности, проходя через слизистую полость рта, они убивают рецепторы. Чувствительность снижается. Ведь количество раздражающих веществ в перце, оно одно и то же. И для вас, и для меня, и для любого другого человека. Но у каждого из нас своя мерка. И вот здесь важно понимать, что небольшое количество пряностей, оно улучшает всю эту систему, а перебор, тут возможны варианты. С одной стороны, эта пищеварительная система может страдать,
от перестимуляции. С другой стороны, пряности всасываются в кровь, раздражают ту же печень, попадают к органам дыхания. Вопрос, что там будет. Если у человека будет какая-то бронхиальная астма, я уверяю, он слишком в пряностях активничать не будет, потому что он может вызвать усиленную секрецию слизи и бронхообструкцию. Здесь свои варианты. По выходу пряности частично выделяются через кожу и формируют аромат тела человека. С другой стороны, они выделяются через мочеполовую систему. Это тоже вопрос. То есть не всякая почка все пропустит. И часть обострений простатита у мужчин может быть просто накануне было что слишком много перца. Что вы порекомендуете? Здесь все-таки нужно чувство меры. То есть перебор, то есть я понимаю... Вот... Для этого мужчины это мера, это нормально, да? Доперчить. Знаете, вот да, у многих да. есть такое ощущение, что ну такое ощущение, чего-то что не хватает, не, да. нету там перца. Вот. Надо обращаться к гастроэнтерологу, надо обращаться к стоматологу. Вы говорите о том, что есть изменения в рецепторах. Ну, рецепторы, мы их вряд ли восстановим. Недавно показывали одного южного товарища, который просто взял красный перец и как морковку съел. Я видел одного такого в жизни, да. Но это рецепторы, их просто там нет, поэтому он может есть... То есть это, что называется, силой воли, надо нет. себе дать отчет, что... То, что ты делаешь, это плохо. Да, в данном случае просто он убил рецепторы, поэтому он может есть так. Но он где-то в чем-то страдает в другом. Ведь рецепторы-то они оценивают всю гамму вкусовых ощущений. И он недополучать будет по другим вещам. То есть он точно так же будет хуже ощущать другие компоненты пищи. Но я бы ему советовал пройти пообследоваться. Если нет проблем с печенью, там, с пищеварительной системой, с кишечником, с почками, ну, в принципе, пока может делать. Дети. Когда ну, начинать от рождения. Пищу хотя бы солить. Самая первая пряность, которую ребенок может употребить, это укропная вода. А с ее помощью можно регулировать работу пищеварительной системы детям буквально от рождения. Фенхель, окропная вода, я согласен, а вот все-таки соль, перец, вот такие, казалось бы, в нашей жизни повседневные. Когда вы бы рекомендовали первый раз использовать, я не знаю, соль, присаливать еду? В ну, каком возрасте это безопасно? Когда начинается, то есть соль будет усиливать секрецию желудочного сока. Вот когда ребенок на грудном вскармливании первый раз срыгнул уже створоженную массу, не просто срыгнул чистое молочко, то есть у него еще нет секреции желудочного сока, вот с этого периода уже можно продолжать усиливать. Вот здесь можно уже в пищу, если ну, ребенок уже получает разные компоненты. Я думаю, что многие педиатры с вами не согласятся. Здесь можно подсаливать, усиливать работу, вот сам, потому что у детей... Звонят родители, дисбактериоз кишечника, проблемы с пищеварительной системой. Откуда? Они периодически... перец можно использовать точно нет, так же с такого перец же... перец здесь нет, здесь можно использовать укропная вода, она проверена легко. Ну, мы говорим, то есть, да. Фенхель, да, то есть из пряностей. То есть лук, чеснок, они уже могут использоваться в небольших количествах. Все равно тренировать нужно. Мы не берем ребенка вот так вот. То есть по чуть-чуть, конечно, самое конечно. Главное это доза. Доза и постепенность. То есть тут нельзя так, что бабушка услышала передачу, все, ребенок, теперь давай получай по полной программе. Нет, мы ребенка тренируем. Ребенок, родившись с нулевой пищеварительной системой, мы ему даем самое лучшее питание, материнское молоко, и потом постепенно с него переводим на смешанную пищу. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Огромное спасибо, Борис Глебович, что нашли время прийти к нам в студию. А я напомню, что у нас в гостях был Скачко Борис Глебович, врач-терапевт, фитотерапевт, диетолог. Смотрите нас каждый будний день в 10 утра в 16:50 вечера. Будьте здоровы!